Проверки на дорогах и не только. В Чувашии прошла операция «Иностранец», по результатам которой 8 нелегалов будут депортированы из России. Двум иностранцам закрыт въезд в страну. О других итогах профилактических мероприятий расскажут наши коллеги из пресс-службы МВД. В Шумерлинском округе на автодороге Чебоксары-Сурская инспекторы ГИБДД остановили автобус с иностранными рабочими. Граждане Таджикистана возвращались в Нижегородскую область после вахты на строительстве трассы в Чувашии. В Чувашской республике сейчас находимся. Мы регистрации, все документы отдали на регистрацию на место жительства. Когда будет место жительства, наша регистрация на место жительства, мы будем поступать на работу. Но проверку в территориальном подразделении по вопросу миграции в итоге прошли не все. Водителю и одному из пассажиров пришлось задержаться. В отношении водителя составлен протокол за предоставление транспортного средства иностранному гражданину, незаконно находящемуся на территории Российской Федерации, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности. Пассажир, который незаконно находился в нашей стране, по решению суда помещен в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Чувашии. За три дня полицейской операции «Иностранец» обнаружились и другие нарушители миграционного законодательства. В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Иностранец» было проверено 684 объекта жилого сектора, строительства, а также оптовой и розничной торговли. По результатам выявлено 67 административных нарушений. 13 иностранцев трудились незаконно, за что к ответственности привлечено 10 работодателей. 8 нелегалов по решению суда будут вынуждены покинуть Российскую Федерацию. Двум иностранцам въезд в страну теперь запрещен. Вопросы соблюдения законодательства со стороны иностранных граждан в МВД под особым контролем. И подобные операции планируются и впредь.